Поздравляем всем участникам сегодняшнего концерта. Поздравляем вас с Международным днем музыки. Желаем вам, дорогие корифеи и молодые музыканты, успехов, большого человеческого счастья, крепкого здоровья. И пусть всегда торжествует гармония, как в музыке, так и в ваших сердцах. Спасибо за концерт. И что вы могли пожелать читателям нашего, посетителям нашего портала? Приходите на наши концерты. Музыка – это самое лучшее искусство в мире. Конечно, и в живописи, и кинематографии, и еще много-много-много всяких жанров. Но музыка нас связала. То есть музыка связывает политиков, художников, музыкантов, простых людей. Поэтому это определенно, это какой-то вот, как сказать, отдельный какой-то вот спешл, да, можно сказать, жанр в искусстве. Поэтому приходите на наши концерты. Спасибо, что сегодня нас послушали. Я очень рада была петь для стольких зрителей. Сезон открылся, и как бы было все замечательно. Я счастлива на самом деле. Бахар полностью с вами согласен. Ведь не зря сказали, что музыка – это посол мира. Абсолютно верно. Да, поэтому в нашем случае это подтверждает эти слова. И столько много народу ходит именно на классическую музыку, что очень это радует. Конечно. Потому что сейчас, молодежь у нас такая вся продвинутая. Даже молодежи, сегодня мои ученики были, мне очень приятно, что они именно интересуются классической музыкой. Она вечна. Я уверен, что вы подготовите хорошие кадры. Спасибо. Да, ведь говорят же, плох тот учитель, которого не превзойдет ученик. И я думаю, да, когда-то и вы превзошли своего учителя. И так, это уже по воле судьбы, это такой жизненный цикл. Поэтому я желаю вам всего самого наилучшего, успехов и вашим ученикам тоже. И поздравляю с Международным днем музыки. Спасибо большое. Я вам желаю процветания, успехов. И будьте всегда с нами. Спасибо большое. До новых встреч. Я благодарна всем участникам нашего концерта. Эти концерты стали традиционными. И наряду с молодыми нашими студентами, мастера искусств, то есть это преемственность поколений, они учатся мастерству у наших мэтров. Я благодарна нашей консерватории, что она дает возможность проводить здесь такие концерты. Благодарна всем участникам, всем нашим зрителям. Концерт был очень длинный, но все-таки все выдержали. Да, они ушли, остались, и мы им за это благодарны. Спасибо. Спасибо вашему сайту, что, так сказать, нас своим вниманием одарили. Мы рады. Да, сегодняшний день – это большой праздник для музыкантов всего мира. Ну, естественно, так как мы сегодня проводили здесь, в стенах консерватории, это большой праздник именно консерватории. Конечно, вот Стелла Владимировна прикладывает все усилия к тому, чтобы всех музыкантов, всех жанров объединить вот в этом прекрасном концерте. Я рада, что я участвую в этих концертах. Думаю, это еще будет много-много лет. Надеюсь на это. Рада, что приходит зритель. Очень благодарны. Спасибо им все. С праздником, дорогие. Спасибо вам большое. И вот нам особо понравилось, что вы сочетали международную, мировую музыку, пение с национальным колоритом туркменским. Спасибо вам отдельно за это. Я, к сожалению, в консерватории уже несколько лет не работаю, но я прихожу и получаю огромное удовольствие от того, что преподаватели консерватории и учащиеся студенты показывают свое мастерство с каждым годом все выше и выше. И это так радует, что растет профессионализм. И публика, которая приходит на концерты наших преподавателей и студентов, они настолько проникаются этим высоким искусством, этим сложным искусством, которое надо не просто слушать, а слышать. И вот то волшебство, которое царит в зале, оно очень дорого стоит. И ради этого стоит работать, жить. И я поздравляю преподавателей и всех тех, кто был на этой сцене, с большим успехом.